Кава просимо, місто герой Одеса. Привет, друзья! Я уже в Одессе. Не знаю, что я вам сегодня буду показывать, пока только позавтракали и гуляем по Дерибасовской, сейчас как раз в центральном парке. Сад называется. День обещает быть насыщенным. Постараюсь немножко показать Одессу, потому что не все здесь были. Я здесь уже не первый раз, уже, не знаю, раз 20-й, 30-й, наверное. Как-то так, так что идем. Одесса — шумный город. Друзья, собственно говоря, почему мы переехали в Одессу? Я работаю на студию дизайна мебели Капучино. И сегодня у нас корпоратив, то есть компании 8 лет. Не знаю, там что-то покажу вам, не покажу. Может, просто потом погуляем по Одессе, посмотрим на сам город. Сейчас, короче, девочки выйдут и поедем тусить. А далее я еще хочу встретиться со своим другом детства. Я надеюсь, у меня получится. В принципе, занимается столярным делом. То есть он столяр. Делает лестницы очень крутые. Делает двери. Ну, короче, все, что связано с деревом. Я думаю, что вечер будет веселым. Ну, все равно посмотрим, что нас ждет. Ребятки, жаль, что я вам ничего не смог показать. То, что было на корпоративе, который организовала компания Капучино. Ну, все было очень круто. Я настолько был увлечен этим всем действием, что просто, блин, даже не доставал телефон, чтобы вам что-то снять и показать. Корпоратив вообще просто прошел на ура. Я на данный момент покинул праздник, приехал к своему другу. Поэтому... я иду дальше отдыхать с другом. У нас второй день. Вчера был корпоратив, было награждение. Я получил награду. Потом покажу, какую. Девчонки проснулись уже. Мы сейчас идем на канатную дорогу. Спустимся вниз к морю. Погуляем немножко. И часиков 11 у нас уже будет поезд в город Киев. Собственно говоря, море черное. Сейчас попьем глинтвейна, потом пойдем прогуляемся по набережной. Самый счастливый кот, который живет возле моря. Кися! Что может быть лучше, как не выпить бутылочку отличного пива на берегу моря. Девчонки вообще глинтвейна понабирали. Снова глинтвейна? Да. Мучаются бедняги после вчерашнего. Еще один. Надо хоть водичку потрогать, теплая она или нет. Вилла Отрада. И какая-то дичь сливается вся в море, прям без стеснения. Я надеюсь, что это просто водопад. Идем ищем, где покушать, потому что время обеда, хочется уже похавать что-то. Возле моря, конечно, воздух просто космический. Йод аж, вот прям слышно, вот запах йода. И тепло, вообще тепло. Обед? Тулька? Бычок? Суп? А я, видимо, на диете. Наташа? Бычок? А Ирка на диете. Наконец-то мне принесли пасту с рапанами, там рыба, картошка и еще какая-то штуковина с бараниной. Ой, вкусненько, главный вид. Мы уже поели, решили прогуляться к театру, маск-шоу. Может быть, пойдем на спектакль. Как раз находимся в парке Шевченко. Самый большой парк, наверное, здесь, который я знаю. Оп. Оп. Оперный. И мы как раз идем по улице Дерибасовской. И вот спустя 18 тысяч шагов и полтора часа времени мы наконец-то дошли. Так что идем смотреть маски-шоу. Купили билетики в Дон Жуан. Зашли в специфический кабачок возле театра.
И взяли с Николаевной попробовать вот такого пивасика. Типа сами готовят. Культурное мероприятие. Театр маски шоу. Даже ночью мне не покой. Я сотню долларов отдам за ночь с тобой. Бей меня, скорей жену, я так хочу. Скорей бери же, ну же, ну. Сейчас возьму, сказали взять, что ж не взять. Мы посмотрели, все было очень чудесно. Мы уже плавно переместились на ЖД вокзал. Забираем наши вещи с камеры хранения и будем уже заходить в поезд. На этом наше путешествие заканчивается. Поэтому знаете, что делать. Комментируйте, подписывайтесь. Всем пока.